Всем доброе-предоброе утро. Мы еще дома, у нас такой холод. Дело в том, что ветрище ураган. Еще с влажностью, это вообще лучше мороз минус 20, вам честно говорю. Намного холоднее вот сейчас при урагане, чем ураган, это правда все сносит, чем вот... Чем градус минус 20 мороза. Муж говорит, не ходи на работу. В принципе, он прав, потому что в такую погоду никто не пойдет в парикмахерскую. Здесь ветер, когда дождь и что еще? Ну, эти два основные, никто не ходит никуда. Я себе кашку буду сейчас разогревать. Добавила сюда масло кокосовое. Разогрею. И буду нямкать кашку вкусняшную. Кашку еще добавлю. Я люблю сладкие каши. Добавлю. Ой. Сим, закройся. Вот такую. Сироп для агавы. Кактуса какого-то. Баху. И будет мне счастье. А вы чем завтракаете? Кофе? Все, хватит. Дверь закрыта. Смотрите, какое ветрище, что у нас тут бассейны летают надувные. О, видали? Ай. Надеюсь, оно там не зацепилось за меня. Походу, зацепилось. Блин. Зацепилась. А как мне от него избавиться? Твою мать, зацепился бассейн за меня, представляете? Как мне от него избавиться? Пришлось останавливаться и отцеплять. Вот там он у меня остался на обочине. Представляете, прилепился. А мне уже сзади там едет мужик. Мне с фарами сигналит, что у меня бассейн. Ой, не могу. Бассейны летают уже. Вообще. А у нас наверху поменьше ветра. Вообще не... Там, правда, тучи какие-то надвигаются. Но дождь не передавали. Чарли в свитере мой. Я в угах. Как с Северного полюса. А не холодно, представляете? Но тут, если ветра нет, никогда не холодно. У меня глаз так слезится, уши зачешется. Поэтому сегодня я некрасивая. Вот. Идем на работку, как всегда. Смотрите, какое тут море бушует. То солнечно, и такое ощущение, что прям резко темно, резко светло, в общем, не поймешь чего. Я подумала, что капусты калия мне мало. Кстати, может, вчера увидела, говорит, о, завтра тортилья с шпинатом. Я говорю, да. Вот, и решила еще лучок поджарить, сделать такой омлет с жареным луком и шпинатом. Ой, шпинатом, господи, капусты этой калия. Там у меня моя грудочка варится. Варить грудка большая и маленькая. Надо кашу убрать. Это суп тоже мужу сегодня. У меня грудка и омлетик. Так,
что вот так все у нас тут жарится, парится. Дубак страшный. И, в принципе, температура-то нормальная. Не холодно, но из-за того, что ужасный ветер. В Испании, когда ветер, то хоть 30 градусов, все равно холодно. При ветре, наверное, везде холодно. Очень ненавижу его. Ладно, будем кашеварить, заканчивать и кушать. Чтобы вы поняли, какой силы ветер. Смотрите, этот свалился у меня. Сейчас стою такая, готовлю, слышу пум. Думаю, блин, что это такое? Свалился, представляете? Он тяжелый. Вот так вот, видите, какой у нас ураган? Бассейны летают, тумбы сваливаются. Караул. Бегите, помогите. Уж если ветер, то ветер. Поэтому я всегда говорю, что февраль самый холодный из-за ветров. Даже его поднимать не стала, потом подниму. Пипец. А там внутри у меня пляжная сумка со всеми принадлежностями. То есть он даже не пустой. Вот так вот. Вот такой красивый омлет у меня получился. Сейчас отрежу кусочек. Грудка. И немного оливок нашла. Кстати, они у меня закончились, надо купить. Вкусняцкая. Смотрите, какая пышный. Кусняцкий. Всем приятного аппетита! Смотрите, какие облака, как будто морская волна. Прикольно. Мы на улицу вышли. В перчатках. И в такой вот повязке. Мне в прошлом году племянница вязала, дарила на королей. Мы тут идем, с этой стороны не дует. Говорю, пока тогда снять облака, как волны. Классные. Облака. А сейчас пойдем на ту сторону переходить. Там ветер. И туда Чарли не хочет идти. Бамо, Чарли. Потому что он там почему-то боится. Не знаю чего, правда. Красиво, гляньте, какие облака, вот там солнце выглядывает. Да, вообще. Ладно, пошли мы в свои поля. Поля, поля. Ой, что это там такое? Там что-то сажают, что ли? Да, Чарли, что-то там сажают? Ты боишься, что ли, уже? Уже спрятался за мои ноги. Видите, какое ураганище. Парке поменьше ветер. Я действительно по полям, когда шла, время 6. И прям там такое ветрище. Я с ним вот так вот шла. Как знаете, как вот вчера смотрела в Ютубе и ржала над людьми, которые сопротивлялись ветру. И мне сейчас самой еще, знаете, камни, земля в глаза. Это пипец какой-то. Я вообще что хотела сказать-то?
Я тут решила сменить время выхода моего видео на, по-моему, 7 часов по-русски, да? Если я не ошибаюсь. С России 2 часа зимой и час летом, по-моему, так. В общем, напишите, как вам удобнее. Я вообще не представляю, удобнее вечером или утром, когда вообще выпускать видео. В общем, я почитала, в принципе, там полазила по интернету. Почти везде пишут, что удобнее людям. Вроде как с работы приходят, да, в 7-6, и вот там за чашечкой чая посмотреть YouTube. В принципе, я так же делаю, но моя работа заканчивается намного раньше. Вот, и я где-то за YouTube сажусь часа в 2. Ну, опять, когда время есть. Но всегда на одну пару видео время нахожу. А если что, в туалете. Да, да, да. Ой, с плашетом везде можно ходить. Видите, а тут ветра нет, вся в мыле иду. Спина вся сырая. Ой, пакетик, Чарлин. Морда красная. Сейчас выйдешь туда, там опять ураган. Это пипец какой-то. Чарли дела делает. В общем, мы домой идем, ничего интересного. Борюсь с ветром, это ужас какой-то. По мне видно, да? Как и передавал прогноз погоды, температура повысилась. Открыла дверь, вообще прям на улице, даже теплее, чем дома. В общем, на завтра у меня, знаете, что будет? Стручковая фасоль, поэтому я сейчас ее почищу и отварю до готовности. Чищу я ее вот этой вот чистилкой, ей уже 150 лет, покупала новые, всякие навороченные, но вот эта, она вообще неотменная, даже не знаю, откуда она взялась, но, в общем, все новые выброшены и старые пользуюсь. Очищу я вот эту часть, вот эту вот, вот эти вот, с этой стороны и с этой срезаю, потом срезаю вот эти хвостики и уже режу, как мне удобно. Потому что если не срезать, то они какие-то, знаете, плохо отвариваются. Так, я тебе воду только сейчас свежую налила, так что нечего мне ее. Не привлекла внимания. Вот, так что она потом не отваривается, как будто, знаете, тянется как волос. Мне такой не нравится, поэтому я ее буду чистить, мыть. И отваривать до готовности. Вот так почистила, решила на пару отварить. Это такая вот пароварка, ей уже 100 лет. Уже отвалилась вот этот. Но работает превосходно. Поэтому буду в пароварке сделаю себе, как это называется-то, господи, стручковую фасоль. А полный рецепт вы увидите завтра. Так что подписываемся, друзья, чтобы не пропустить. Рецепт вот такой. И очень легкий. Мне очень нравится стручковая фасоль, я ее просто обожаю. Завтра буду ее кушать, такую вкусняшку. Я ванную помыла, там вон там все вытащила оттуда, продезинфицировала специальным средством. Вот, и прям так тепло, даже жарко стало. Сейчас пойду полазю по социальным сетям. Короче, муж на работе вчера сильно руку порезал. Даже ему 7 швов наложили. В общем, теперь мне говорит, давай мне перчатки, как мне в душ ходить. Ага, работает. А я не знаю, где эти перчатки гребаные. Вот эти, которые у меня там, они одноразовые, они ему не лезут. А руку он вот, как вам показать-то. В общем,
вот отсюда и вот отсюда и вот так вот все порезал. В общем, кисть с другой стороны. И там много повязок. И, в общем, надо хорошо хоть эти не перерезал себе всякие эти, как их называют. Кстати, у нас так тепло, вообще потеплело буквально за 2 часа. И наверху, наверное, перчатки, которые большие, они наверху. И вот, ой, у меня ж там этот, как это называется, когда я цветы пересаживала и перчатки большие отнесла, по-моему, сюда. А свет-то тут у нас сломался. Тут, наверное, что? Вот смотрю, вообще тепло так вообще, прям лето. А где их теперь тут искать? Только как я могу найти? Пипец. А может быть, они в этом? Тут. Ну, конечно, тебе побрехать надо. Ой. Ой, блин, прищепки вывалились. Твою дивизию. Ой, прищепки повываливались. В общем, будет сейчас у меня авантюра, приключение. Вам не могу показать, камера нафиг улетит. Буду искать. Одну перчатку нашла, но я не уверена. Маму! Нас кого-то набрешет, брешет. Минга, баха! Баха! Минга! Наверное, на соседскую собаку или куда-то. В общем, одну нашла, ну, как раз на левую руку. Но вы знаете, я не уверена, что она ему налезет. Ой, блин, у меня еще коленка что-то так болит. Вообще старость не радость, знаете. Зато давление сейчас померила, как у космонавта. Хоть в космос лети. Так, можно выключать фонарик. Ой, на приключение Шурика. Что она у меня тут, сварилась, не сварилась? Надо попробовать. А то, когда переварится, вы знаете, оно мне тоже не нравится, когда переварено. Нет, еще не готово. Уже вкусно. Ну, еще хрустит. Еще хрустит. Ладно, пойдем мерить. Налезть, не налезть. Я не уверена. Календарик какой-то мне притащил. Говорит, у нас нету календаря. Я говорю, здрасте, приехали, на холодильнике висит. Он говорит, ну это надо на видное место повесить. Я говорю, ну конечно, вот сюда и повесим. На эту стену, это же красота-то какая. Ну вообще, как скажешь что-нибудь, хоть стой путхай. Как в деревне, будет у нас календарь на видном месте висеть. Ну это пипец. Ой, календарь на видном месте, как достояние Европы. Я валяюсь. Все, друзья, перчатка не налезла. С пакетом будет обычным купаться. Ничего страшного. Я сейчас буду... У нас сегодня футбольный матч. Будь он не ладен. Так что я сегодня ухожу в другую спальню, в другой телек. Или в компьютере посижу. В общем, не знаю, что-нибудь придумаю. Почистила себе мандаринку. И буду вам желать спокойной ночи или спокойного дня. Всего вам самого наилучшего. Вот так вот на подушечке тепленько сижу. Она греется. Чарли у меня тут, я пока на кухне была, кстати, сварила фасоль зеленую. Подписывайтесь, чтобы не потерять рецептик. Всего вам самого наилучшего. И пока-пока, до завтра.